В свое время была впервые исполнена, посвящена была группе, которая впервые в Минск когда приехала, автоматически удовлетворителю. Вот, и потом снова мы бухали у мамы Любы, брагу пили кружками, понимаете, огуречный лосьон я тогда попробовал впервые. Знаете, русский лес лучше, и одеколон Саша еще, помните, был такой один с мужской фотографией, а другой с женской. Вот с мужской пить нельзя было, а женская, знаете, очень даже ничего. Еще раз сыграем песенку, с которой мы вначале вышли на сцену, как-то холодно вы ее принимали, так не знаю, может быть, мы вам были непонятны, трудно было понять, что мы хотим, что мы из себя сегодня представляем, зачем все это, блин. Ну ладно, песня под названием «АУ». В Лос-Анджелесе Пабло, кстати, зашел в гитарный магазин, один из самых больших в Америке, начал это вступление репетировать. Там всем так уже достало, дым над водой приходится всего мира, понимаете, приезжают с Йоханнесбурга, с Венгрии, все берут гитару, дым над водой начинают играть. Понимаете, продавцы буквально вешаются уже от этого дыма над водой. Пабло Ланнистер начал играть плотный ля минор. Здесь же никто так не умеет играть, понимаете. Лоза еще так умеет, но вы же понимаете, что вот он так точно сошел с ума. Если превратишься ты в цветочка поля, я пчелкой лепестки твои найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ту-ту-ту. Если станешь рыбкой моря, и в театр я на дно зайду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. We'll be right back.
Гоудлагер, родоначальники стиля радикальный шансон. Оркестр Ляпис, Найтвейч, город герой Минск, Республика Беларусь. Я международный артист этой республики. Мастер спорта по провиант исправил Михалок. Спасибо огромное. Хотелось ответить на вопрос, который мне сейчас в гримоборной задали несколько наших бывших соотечественниц, которые уехали задолго до того, как нас перестали показывать по телевизору, друзья, и поэтому они были немножко возмущены и говорили: ну, Михалок, ты не настоящий. Мы помним в кафе время, как мы бухали с ним, был упитанный крепкий мужчина. Ты же двойничок. Мало ты выглядишь для бывшего наркомана и алкоголика. Стали переживать, в общем, за мою физическую форму, за моральную форму мою уже давным-давно никто не переживает, за мой ментальный уровень, который отсутствует из-за ударов нончаками, бильярдными киями. Так вот, а по поводу физической формы, милые мои женщины, я не успел вам ответить. Не нужно так переживать, не надо так волноваться. Похудел я не везде. До новых встреч! Честь имею! Но до утреннего самолета в Торонто ее не берегу. До свидания!